Всем привет! Сегодня на повестке дня вот такой вот продырявленный баллон. От чего, напишите в комментарии. Не знаю, честно. Для начала по периметру размечаем черновой рез. По этому черновому резу отрезаем болгаркой пол баллона. Теперь задача выстучать как можно ровнее все стены, воспользуясь любыми способами и инструментами. Более-менее сделали ровное. Теперь надо подрезать каемку ровно. Теперь задача сделать ровный рез. Для этого воспользуемся маркером и скотчем. По максимуму попытаемся убрать всю кривую поверхность. Конечно же, можно было ее и зашпаклевать автомобильной шпаклевкой, все зашкурить, но оно того не стоит. Я считаю, что для моей самоделки этого достаточно. На очереди уголок толстостенный 3-миллиметровый. Делаем разметки, переламываем в нужном месте. После того, как наломали железо к себе, теперь возьмем, маленько поработаем болгаркой. Здесь сделали выпилы, пропилы сделали здесь. Теперь на этих железяках нужно сделать выпил-пропил вот такого сечения. Вот здесь на углу как раз. Много болгарки показывать не буду, все понятно и так. Теперь немножко сварки. Готовим сварочное место в моей мини-мастерской. Сварить надо все ровно под углом 90 градусов. После долгих мучительных сварок здесь все нормально проварилось. Ну, не первого класса я, конечно, сварщик. Для себя варить могу. Блин, ну здесь я не знаю, с чем это было связано. Она просто не проваривалась. Я вообще не понял. Смотрите, какие-то блямбы я нахерачил. Блин, вот именно эту сторону я не мог проварить. Напишите в комментариях, если кто знает, с чем это вообще связано. Все зачищу лепестковым диском. Наше изделие номер 2 готово. Теперь нужно сделать отверстия на противоположных сторонах нашей бочки и на краях этих усов сделать такие же отверстия. После того, как везде просверлили отверстия во всех нужных нам местах, пришло время облагородить все, что сделали, и собирать нашу самоделку. Красить сегодня будем антигравием. Все, что нашел, как всегда, без всяких затрат. Фиксируем крепко на стене наш держатель для бочки. И с помощью болтов крепим нашу бочку на него. Вот такой вот сегодня ведерко я сделал для отходов. Себе очень нужно в мастерскую, так как у меня все валяется на полу, грубо говоря. С этой бочки легко перевернуть и высыпать все. Вот что у меня сейчас, как это выглядит.
как это теперь будет. Я считаю, что получилось очень зачетно. Если вы считаете так же, поставьте лайк, напишите комментарий, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.